Добрый день, друзья. Меня зовут Кочетков Александр. Сегодня 1 августа 2015 года. Я хотел бы сделать небольшой ролик по поводу финансовой грамотности. Вот. В нашей жизни есть много возможностей, но мы их не используем. Вот. Весной прошлого года я прочитал книжку под названием «Бедный папа, богатый папа» Роберта Киосаки. Очень классная книжка, она мне так понравилась. Потом я после этого еще несколько книжек прочитал. Ну, хочу вам рассказать о том, как можно стать успешным человеком. То есть в книжке он рассказал о том, что если у вас нет пассивного дохода до 40 лет, то вас ждет незавидная участь. Если, ну, пассивный доход там это 1000 или 2000 долларов. Что такое пассивный доход, вы, наверное, знаете, да, что это деньги с ренты. То есть на проценты живешь, да, там вложил деньги, там счет в банке, и ты на это живешь. Или там аренда недвижимости, или там аренда транспорта, ну, любой вид аренды. То есть деньги, к которым ты никакого, ну, к производству которых ты никакого отношения не имеешь. Много таких роликов в интернете. И почему так он считает? Ну, сами подумайте, до 40 лет у человека есть здоровье, есть возможности там менять что-либо в жизни. То есть не понравилась одна работа, можно пойти на другую. После 40 как бы обязательств больше, там дети подрастают, то есть надо обучить, расходы увеличиваются, а доходы руки две у человека. Очень сложно в данный период, там, особенно там мамам молодым, да, очень сложно выживать молодежи, когда надо ребенка и хочется ребенка, и все понимают, что при появлении ребенка сразу появляются расходы, и самое главное, что две руки, которые приносили доход в семейный бюджет, вдруг перестают приносить эти деньги. И все ложится на плечи мужчин. Вот, и не всегда это приводит к хорошему. Бывают девушки там терпят, ждут, там сдают детей в садики и выходят срочно на работу, чтобы обеспечить себе какой-то достойный уровень жизни. Вот. Что я хочу вам сказать. И Киосаки в конце книжки рассказывает о том, что если у вас нет пассивного дохода до 40 лет, ну, пенсия будет, ну, маленькая. Государство никогда, ну, что у нас, что за границей, в принципе, люди, живущие на пенсию, ну, особенно в России, да, там за границей они еще могут попутешествовать. У нас, к сожалению, пенсионная система очень на низком уровне. То есть моя мама получила пенсию там в районе, там, не помню, 6400, что ли, или 5700, что-то такое. Это было 8 лет назад. Очень маленькая пенсия. Сейчас она получает 8,5, но расходы за коммунальные услуги, там 3,5 тысячи рублей, остается на жизнь очень мало. И многих это тоже вас коснется, поймите. А многие из вас еще даже незаконно работают, как бы неофициально, и пенсия будет еще меньше. Вот. И потом после 40 лет очень сложно куда-то перейти, если вас недооценили там или вас не устраивает зарплата. И люди вынуждены работать там, где, ну, как Бог пошлет. Вот. И он говорит, ну, если у вас нет пассивного дохода к 40 годам, ну, есть два выхода. Либо сложить ручки, да, и ждать эту пенсию, либо что-то делать с этим. Вот один из способов выхода из этой тупиковой, блин, ситуации, он предлагает идти в сетевой бизнес. И объясняет он это тем, что там можно этот пассивный доход очень быстро заработать. Ну, в некоторых сетевых компаниях можно за 2-3 года заработать хороший пассивный доход, там, за 5 лет. Вот. Я предлагаю вам заработать пассивный доход там, где-то там, за год. Там в районе там, 2-3 тысяч, там, 4 тысяч долларов вообще не проблема. Вот.
Что для этого надо будет делать? Ну, в принципе, ничего сложного. То есть у нас компания занимается омоложением, оздоровлением. Кстати, один, ну, расскажу о сетевых компаниях, о вложениях денег. То есть можно деньги инвестировать, конечно, в фонды. Они есть. Опять же, найти их надо, в этом надо разбираться. Опять же, это рискованный довольно-таки бизнес. Почему? Потому что, ну, чем рискованнее и больше доходность, тем чем выше доходность, тем больше рисков. Вот. И опять же, очень многие люди путают сетевой бизнес с пирамидами, обыкновенными пирамидами. Это Мавроди, МММ и так далее. Их до сих пор очень много в Омске. Тоже до сих пор люди там суетятся, что-то там придумывают, участвуют. Ну, прекращайте заниматься как бы ерундой. То есть я не занимаюсь криминальным бизнесом, потому что пирамида, ну, там, создатели пирамид преследуются по закону. Вот. Я работаю официально, законно в компании Genes Global. В августе прошлого года компания зашла на территорию Европы и СНГ. Я не предлагаю никому там без раздумий взять, брать и там начинать что-либо делать, но начните хотя бы анализировать. То есть вам многие предлагают в интернете всякие разные проекты, там то, все. Во-первых, сетевой бизнес отличается от пирамиды самым основным. Это то, что есть продукт. Есть самое главное в сетевых компаниях продукт. И этот продукт на порядок выше, а то может и больше, по качеству, чем продукт, который вы можете купить вот в этих магазинах. Ну, там вот сзади Ашан. Вот, наш омский. То есть вы многие не осознаете то, что в этих магазинах вы последняя цепочка звена, то есть которая несет магазинам деньги. И все конечная цена продукта зависит от многих факторов. То есть куча посредников, цена производителя, цена рекламы, цена доставки, все туда, в эту окончательную цену вставлено. Чем мы отличаемся от вот таких компаний? То есть очень многие компании сейчас, ну, то есть, зарабатывают именно продвигая свои сети. Магниты, там, ну, много, сами понимаете, эти сети, там, парфюм-лидеры. То есть все равно цена всегда заложена, в цену все заложено. То есть мы выкладываем деньги. В сетевом бизнесе, в нашем особенно бизнесе, вам предлагается даже не продавать. Вот я ничего не продаю. Я вот в данный момент пишу вам видео. Хочу привлечь ваше внимание к такому вот вопросу. То есть ваша задача разобраться. То есть я могу вам сделать ссылку. То есть обращайтесь, в конце ролика будет мой скайп. Обращайтесь по телефону. Я вам сделаю ссылочку, и вы посмотрите, сами разберетесь. Вот. Компания Genes занимается реально омоложением и оздоровлением. Результат можно увидеть на моем лице. Как бы все довольно-таки заметно. Вот видите, на этой половине я не пользуюсь продуктом, на этой половине я пользуюсь. Пользовался продуктом, 3 месяца я уже не пользуюсь, потому что вопросов у людей много. Когда-то мне сказали, Саша, это партнер мне предложил, говорит, сделай на пол лица, потому что было много вопросов. Да, это Photoshop, когда мы выставляли там ролики с фотографиями, с результатами, все говорили, да, это Photoshop. Сейчас я вам могу показать свой результат, то есть я сделал на пол лица. Делал почти 3 месяца, и вот сейчас уже 4 месяц я уже не делаю. Не делаю, продукт не наношу на вторую половину, и результат, как говорится, на лице. Вот, всем хочу предложить рассмотреть это предложение, предложение. Посмотрите, на самом деле очень все просто. Главное, доступ к интернету, этим могут заниматься молодые мамаши, которые находятся в данный момент в декретном отпуске, инвалиды. Все, практически все, пенсионеры, неважно. То есть бизнес не имеет границ. Вот я сейчас сижу возле магазина.
Всем привет! Будет пробный шар.